Nachádzame sa v Ekvádore, máme krátko po majstrovstvách sveta a pred kamerou mám. Ja si myslím, že na amatérskej scéne, ak zatvorím oči a zabudnem na Kodzojeva a Lesukova, aktuálne najlepšieho amatérskeho kulturistu Ruska, jeho meno je Andrej Soroky. Ja nepoňal, pačemu ty nepavidel na absolútke na čempionáte Rasii. Skáži, pačemu nie, patomu, što ty pavidel v kategórii do 100 kg, no nedalo sa pabiť overl čempiona. Ну, так посчитали судьи, значит, это самое, как бы, посчитали, что у меня пропорции не очень хорошие, даже при моем качестве, вот, поставили меня на второе место. Ну, я как бы с этим не согласен, конечно, что, ну, судьям видней, с ними не поспоришь. Андрей, ну ты проиграл с Колесником. Колесник очень-очень красивый, у него есть хорошие пропорции. Я проиграл на России, а на это Кубке чемпионов я выиграл у него. Вот. Ну, все стало на свои места, я считаю так. Вопрос, почему в Москве да и в Казани нет. Но мы не будем говорить о чемпионате России, мы будем говорить о чемпионате мира. Перед моим выходом из Словакии мне написал Алексей Веселов. Я буду болеть за Сорокина. А я ему написал ответ. Я буду болеть тоже. Не удалось получить медаль, но ты был на 6-м месте. Скажи, пожалуйста, не только мне, и тоже зрителям на Словакии и в России, почему не удалось получить медаль? Ну, бодибилдинг, тут очень много нюансов. Вот. Не только если у спортсмена даже будет ядерная форма, он может быть и 6-м, и 7-м. Все зависит от грима, зависит от цвета. И тяжело было угадать, какой будет цвет. Потому что я попал еле в полуфинал каким-то чудом. Я думал, что я даже не попаду в полуфинал. Но как бы мне повезло, я попал в финал, в шестерку. И соревнования были в первый день под открытым небом, где как бы грим, качество, оно там не играло роль большую. А во второй день сказали, что будет в закрытом помещении. Я сделал ставку на качество, и как бы опять свет, грим, я считаю, повлияли на это дело, на мое место. Ну, формой я как бы доволен, в общем, потому что я считаю, что в этом сезоне на мире у меня была лучшая форма. Я был довольно-таки сухой, довольно-таки большой. Вот. Ну, побеждает сильнейший. И я всегда говорил, что для меня место не столь важное, каким я стану. Для меня важно, в какой форме я выйду. Вот. Мне, я думаю, и моему тренеру Василию Борису Борисовичу не будет стыдно за ту форму, которую я показал здесь? Я думаю, что нет. Форма была отличная. Отличная, стыдно нет. Ты видел мое фото? Да, я видел фото. Очень. Там все четко видно, что по качеству, по объемам я, в принципе, не проигрывал. Может, где-то в каких-то позах я там не все делал так, как хотелось бы, но, в общем, я доволен. И спасибо тебе за классное фото, которое ты выложил. Я думаю, мои друзья, мои близкие, они увидят и оценят все по достоинству, что я не просто приехал посмотреть город, прокатиться, я приехал бороться за медаль. Ну, не удалось, что делать? Что касается будущего, в следующем году будешь соревноваться, да или нет? Да нет, я считаю, что это крайние мои соревнования. Надо подумать уже более, как бы, о более других вещах. Вот, потому что возраст у меня уже такой, что 38 лет. Мне тяжело бороться с молодыми ребятами. В этот раз я увидел такую конкуренцию, которую я не видел ни на Арнольд Классик в Америке, ни на Арнольд Классик в Испании. Она просто ядерная. Я
такое ощущение, что я попал к профессионалам, а не к любителям. Вот. И опять 100 килограмм оказалась сильнейшая весовая категория. Вот. И победил именно абсолютку в 100 килограмм, а не в 110. Я считаю, что я сделал все возможное, чтобы показать достойный результат. И я его показал. Вот. Ну, место для меня не столь значимо. Вот. Титулов мне хватает. И как бы я знаю, что я каждый день тренировался по 3 часа кардио. Час у меня силовой тренировки. Мои близкие, друзья, они все это видели. И мне как бы не стыдно за тот результат, который я показал здесь. Тем более, ну, из России я попал в 6-1. Вот, к сожалению, к большому сожалению. К сожалению, я говорил с украинцами, что для моего мнения украинцев и российских спортсменов вчера засудили. Ну, я не могу сказать, потому что... Я могу, потому что я сидел и смотрел на сцену, я могу сказать. Ну, во-первых, я считаю, вот по гриму там не все удачно было, потому что гримерка, где они гримировали за деньги, вот за $45 меня загримировали, и когда этот грим потек на сцене, вот, именно грим, а не вода пошла у меня из-под кожи, вот, я как бы хочу уточнить, вот, судья подошел и сказал, ты дисквалифицирован, а спортсмен в этом не виноват за того, что у них такой грим. Я не знаю, чем они гримировали, я хотел, ну, казаться более темным, в результате я вообще чуть не выбыл соревнований. К счастью, что это самое, все там нормально нормализовалось, все стало на свои места, меня допустили до произволки, тогда я успокоился. У меня вчера реально был нервный срыв, потому что я столько положил трудов, всего финансов, и такой перелет выдержать не каждый выдержит, как бы спортсмен, потому что... Вопрос, сколько часов ты летел из России до Эквадора? Я летел сутки, ровно сутки, вот, и как бы очень тоже это сказалось на форму, но, к счастью, соревнования были 2 дня, а не один, я успел восстановиться, успел показать, ну, сделать нормальную форму себе к финалу. Вот, ну, так получилось, что не удалось попасть. Не удалось, потому что засудили. Ты говорил мне, что тебе 38 лет. Да. Сколько лет ты занимаешься бодибилдингом? Скажи мне, пожалуйста. Бодибилдингом занимаюсь 5 лет, но я до этого занимался очень серьезно пауэрлифтингом. Рекордсмен России в приседании со штангой, призер России многократный, абсолютный чемпион там. Зоны России, там, ну, очень много титулов тоже, вот, как бы силовые показатели. Потом получил травму серьезную, отрыв бицепса, и пришлось силовыми нагрузками завязать. А так как я спортсмен от ног до ушей, я, ну, просто не представляю свою жизнь без спорта. И я решил себе попробовать бодибилдинги. Друзья помогли мне подготовиться к первым соревнованиям, где я попал в призеры, выполнил мастера спорта. Ну и так вот получилось, что до сих пор продолжаю выступать. Хотя уже пора останавливаться, пора подумать о других делах. Ну, ты говорил, что надо подумать о других делах. Чем ты занимаешься? У меня в Смоленской области свой клуб. Вот. Хочу готовить спортсменов, хочу, чтобы у нас в городе были тоже чемпионы России, мира, Европы. Вот. И буду прилагать все силы, чтобы все у нас получилось в этом. Хорошо. У меня есть виза в Россию, потому что я был в начале августа в Питере за Владимиром Ивановичем Дубининым, и на посольстве России в Словакии не удалось получить визу на 1 год. Если будет у меня времени, договоримся, я приезжу посмотреть на тебя в Смоленск. Я буду рад, и не один я буду рад, будут рады все мои друзья. Если такой человек, как ты, приедешь к нам в гости, вот, посмотришь все своими глазами, в каких условиях мы тренируемся. У нас очень хорошие условия, у нас очень хороший клуб, достойный. Вот, все мы сделали своими руками, как бы. И я считаю, что в дальнейшем у нас еще будут чемпионы мира, Европы в нашей области. Вот, я приложу все силы для этого.
Еще раз большое спасибо за интервью. Я надеюсь, что, так как ты сказал, из Смоленска будет не только чемпион России, призеры из России, тоже призеры и чемпионы Европы и мира. Еще раз спасибо. Спасибо тебе тоже большое за классные фотки, за поддержку. Вот. И жду гостя. Приду.